Я видела, у тебя есть появился, да? Третий. Угу. Это свершилось. Он у тебя прокачан еще, нет? Да. Круто. Ну, как бы, да, но не все так хорошо. Две недели не играл, вообще ж руки с попы растут теперь. Ура, трансляция пошла. Всем-всем привет, это девушки из клана Valkyria Girls. Сегодня мы будем кататься во взводе и разыгрывать золото. Привет, Оля. Привет. Ну, а пока зрители набегают, поехали в бой. Давай начнем с тяжелого. Как скажешь. Слушаюсь и повинуюсь. Ой, отличный, сразу девяточка, десяточка, ну ладно. Супер. Да. Вот он, ВБР. Что может быть лучше? Весьма странно. Заметь, только три девятки, все остальное десятки. Ужас. Я предупреждаю, я еще там азила, да-да. У меня тоже бывает. У тебя бывает, а я бываю попадаю. Куда поедем? Право-лево. Да, я думаю пока постоять. Потолкаться. С кем-нибудь попытаешься. Ну вот, мой первый промах. Нет, меня ты услышишь. Ну вот мое первое попадание. Как дела? Рассказывай. Да, тихо пока. Тихо, мирно. Отдых прошел. Теперь жду, вот когда каникулы закончатся. Как я не хочу. Опять пары. Ужас. Да-да. Так, у нас на полуострове толпушка какая-то. Здесь как-то тихо. Что-то у меня уши опять развернулись. Команды. На самом деле так слушать стоит, мы ж поедем. Ну, злой здравый риск. Ты хочешь направо? Или по центру? Пошли хоть по центру. Ты имеешь в виду в ямку? Угу. Окоп будем рыть. Так бой без нас проходит хорошо. Не говори. Ой, бат.
попала по мыслям. Блин, это был мой шанс кого-нибудь замочить здесь. Воспользуйся им. Я профукала уже его. Как ты могла? Вернись и покажи, кто здесь хозяин. Сейчас я выйду такая, такая волся такая, и меня разберут. Не надо. Сиди, попа, в песочке. Ох, как я лагаю! Ох. Так, что-то мне это уже не нравится. Забрала. Блин, сзади. Ой-ой-ой. Кажется, на базу надо вернуться. Трагер я 100 за железкой. Что-то там делает. Поехали домой. Родной дом. Ну, сейчас пока будем ехать, нам накидают фотку. О, трагер, пожалуйста. Блин, блин. Заволновалась и промахнулась. Ты что? Ну, он страшный такой, он смотрит сюда на меня прям. Без урона. У меня. Сзади. Блин. Ты ЕСУ этого доберешь? Вот буквально не успела секунда, его снаряд быстрее долетел. Хотя я тоже выстрелила. Не успела. Блин. Эх, ничего, первый блин всегда комом. Угу. Нам с уровнем сразу так жестко не повезло. Да-да. Хоть как-то постреляли. Если смотреть по опыту, то даже неплохо в сравнении с десятками нашими. Да ладно. Там все примерно 200, в районе 200-300 получили. Ну, да. 140, 914, батчат 0, 268 0. Ну ладно. Это ботл. Я себя буду успокаивать. Ну да. Те же мои любимые зрители. Начинаешь чуть раньше и прям вообще все глухо. Они бутербродики делают. Или холодный чай. Тетрадки к школе закупают. Как вариант. Ну или да. К университету. Господи, как я любила выбирать дневники. Это, по-моему, было самое главное, зачем надо было идти в школу. Ну да, я тоже любила. Я любила еще заполнять их. Mm-hmm. Аккуратненько. Да-да-да. Заполнишь свой дневник, дневник соседа еще полкласса мальчиков. Ты так сидишь, удивляясь, ручка закончилась. Странно. Да. К чему бы это?
на мост, наверное, нет. Хотя, учитывая, что в топе не так много тяжей. Кто туда поедет-то, кроме нас? Мостик? Или в городе все порвем? А поехали в город. Поехали. Вам доехать оттуда, а то встанет светляк. О, да. И засветит нас. Ладно, рвемся. Под тремя артами. Ой. Хотя на мосту тоже от арт никто не защищен. Кстати, уже светит, и, наверное, возле домиков уже кто-то там стоит. О-о-о-о. Артульки. Красиво. Бомбежка прям началась. Угу. Нежданчик. Что-то как-то мне напряжно. Сейчас какой-нибудь на 800 снаряд прилетит. Ну, это явно любя. Рядом, рядом. Какая медкарта? 931. Серьезно? Да, я же говорил. Обалдеть. Я бы не сказала, что со мной такое часто происходит. Но вот на стримах почему-то меня вот конкретно так вот поджимают. Типа, иди ты чат читай. Да, однако, однако. Он 50-100 тоже нехило так пролетело. Но он картончик там. Я, как у него вот это вот хп еще осталось. 12 хп. Ура, мы убили ихнюю девятку. Угу. Но он как-то выехал так. Все, он красиво сделал. Он просто ошибся. Игрой? Ну, может быть. Так, С8 за домиком там где-то. О, Е75 у нас где? Офигеть. Так, я сегодня люблю стрелять по гуслям. О, да. Прям хлебом и корми. А, у нас две арты куда-то делись. Да. Светляк, что ли, был? Что-то я как-то пропустила этот момент. Нет, уже пропустила. А, у него он 75, скорее всего, у него два фрага. Блин, лица третьего не могу пробить. Как я тебя понимаю? Какая-то странная пушка, на самом деле, у КТ. Топовая, но что-то с ней не так. Хотя по цифрам пробить это должно хватать. Хотя с такой дистанции я могла попасть не в самое пробиваемое место и все. Это да. Блин, и вот как сейчас выезжать отсюда-то? По-моему, здесь надо именно давить, судя на нашу железочку, так. Судя по нашим хп. Оу, а, даже так. Мимо. Привет, Лэйзи Смурф. Привет, кто к нам присоединился. Там у нас еще 95-й стоит. Угу. Так, и на мосту остался один объект.
Да ты посмотри. Что-то мне кажется, нам вообще в деф вернуться и ждать, когда они сами к нам приедут. Да вообще ужас. Ну смотри, они тем более едут. Сейчас объект, может быть, недолго останется-то. Блин. Блин. А, засветили. Меня сейчас убьют. Нет. Карта, ты же не смотришь на меня. Не, ну остаться с одной артой, это жестко, конечно. А кто? Кто убежает? 95-й. Вот он, подлец, даже не светился же. Во-во! Так, вот смотри, у объекта свободно. Может, как-то оттуда. Я хочу. А я хочу опять. Ой, что-то меня не ту сеть понесло. Карта стреляет, аж страшно становится. Да, такие прям жирные трассера. А он 95-й. Ура! Бортиком. Пропал. Обалдеть, конец боя практически, а у меня пробитий ноль. У меня два. Мажоришь? Да. 704 вернулся уже туда. Надеюсь, в городе не сдохнут, пока мы будем обижать тут дело. Думаю, нет. Ой, 104-й прям выезжает на нашего. Ой-ой. А, пушка не поднимается. Его практически видно. Ага, уже нет. Ну и славненько. Сейчас кто тоже решил объехать. Ему понравилась наша задумка. Оставили там бедного Иса одного. Ну, я не думаю, что там кто-то из них станет на него переть. Ну, почему? Если бы они знали, что он там один, то они бы поехали туда. Вор, та там. Продуманка, блин. А сейчас будет весело. Интересно, наша арта хоть сюда смотрит? Мне в ближнем бою на арту очень-очень не везет. Предупреждаю. Я не лучше. Мы здесь, если нас засветят, можем под прострел 95-го со всем третьим попасть. Думаю, хорошим. Упс. Урод! Как он посмел! Я ему попала в гуслю. Какая я? А? Умничка. Ты выжила? Да, заборчик не прострелился.
Пантера на тебя, кажется, смотрит или на кого-то из вас. Фу ты, блин, это что такое-то? Хоть арту обратно покупай и садись на нее. Не везет что-то. Покрутись. Бугор какой-то. Она на тебя именно смотрит. Ну да, ну... У меня такой неповоротливый танк, если бы даже чуть вправо-влево, я думаю, он бы меня накрыл сплэшем. Надеюсь, мы затащим этот бой. Это должно свершиться. В чате, пожалуйста, не ругаться. Есть такие даже? Mm-hmm. Ничего себе, а-та-та! Бруно, обсуждающие наши выстрелы. А, ну, простите. Да, простите, что задели ваши чувства. Хуже. 60-100 быка нет. Печаль. Привет всем, кто только что пришел. Спасибо, что вы с нами, не покидаете нас. Мы будем метко стрелять, честно. Ну, мы так только разминаемся. Да, первые 50 боёв. Мне дали новое задание. Какое? Вышить на конвее Иисуса. Ого! Бисером. Должно быть красиво. Да. Осталось только купить картинку, бисер. А тебе это задание кто дал? Миленький. А, прямо из сердца. Что-что? Интересный выбор просто. А что так заговорили за иконки? Говорит, а выши-ка ты мне его. О, ну окей, чё? Это 95 прям на ИСа 8 едет. Он же потерял здравый смысл. Отлично. За нос затащили. Ура! Ребят, заходите, не стесняйтесь, оставайтесь. Обязательно будет розыгрыш голды. Я буду задавать вопрос, а вы будете отвечать. Ну да, в этом бою. А какие темы у вас, вопросики? На танковую тему. А давай на... Чё, у тебя под индейку, значит... Сотку возьми. Не хочу видеть дуэль наших первых по списку. Очень хочется. Едва ли. Часто встречают... Часто бывает, что игроки таких кланов до последнего сидят в сторонке. Да-да, есть такое. Вот так давно с этой стороны не было. Куда поедем? Ну, я, кстати, тоже как 50-100 буду стоять пока в сторонке, но направо. Если бы уровень был чуть меньше, я бы, конечно,
чуть поагрессивней. Поехал бы он куда? Бачатыш поехал. Ну, кстати говоря, арты нету. Чуть легче. Это уравновесила десятка. Она ставит домиков, не видно ничего. Угу. Приходится от любопытства погибать. Да, это точно. Ну, кстати говоря, Е5, он впереди всех. Нетипичный. Явно девушка играет. Противник уничтожил противника. Отлично. Это наш шанс. Да. Так, я в свете. Он стоит там. Что-то мне здесь не нравится. Светил. Ну, кроме нас. А он не свой. Кажется, никто. За камнем. Тот фланг съедают. Ох, стоит стыд. А, мои уши. Сбил мне весь прицел. Красиво. Бабах, да. Инда бабах. Вроде здесь это тихая озвучка за света. Вообще бы ты не надевать огромную кастрюлю и мотор так цинь. Ужас. Вот я идиот. Что такое? Чуть ли не утопилась. А, ну ты ближе к мосту надо переезжать. А я как-то разогналась. Была, не была. Ой, Т-30. Блин, не ехал. Как-то он даже не попрощался. Да я пока свелась. Его вроде бы на гусельку даже поставили. Paris One Trans.
Блин, последний снаряд непонятно куда. Я перезарядка. А, то чувство, когда тебе не пробил 75-й. Блин, это что такое? Ведь стою, думаю, не надо вылазить, пока перезарядка. Вылезла. Ух ты, это 15. Уже так не погорцуешь. Да, она скорострельная очень. Угу. Ой-ой. А, ну я 75 просто не топовый, поэтому не пробил. А-а-а. Давай, мочи его. Тут он быстрее меня замочит. Можно спокойно ехать и захватывать базу. Ну, я бы не сказала, что спокойно. Там истри все-таки. Нас больше. У меня мы одна пулька. Мы китайцы его затопчем. У меня одна пулька и 157 хп. Подожги его. Но это хотя бы две тогда мне нужно. Тогда вынеси БК. С красивым таким бабах. Козёл. Эх. А, мне даже не дали в него последнюю пульку всадить. Засранцы, все хотят фраг. Привет-привет всем, ребята, кто нас смотрит. Ой, даже каким-то чудом настреляла 2000. Что, года ты крутая. Серьезно, мажоришь? Что-то я замерзла. Так холодно? Как кондиционер включил? Это кто вообще мажорит? Так за окном вообще жара, сдохнуть можно. Но я выживаю как могу.
Господи. Мне тут еще сказали новость, то что 1 сентября это понедельник. Мне ж как-то поплохело. Мало того, что учеба начинается, так еще и с полной недели. Так, так. Какие будут идеи? Идеи? Я хочу направо. Ну, там можно, в принципе, налево, там такое углубление сделали. Для перестрелки арты нету, как раз можно было усовываться. Думаю, мы и туда доводим. Мне вот так интересно. Сюда ты имела в виду, да? А? Не-не-не-не-не, это в противоположную сторону. Туда лучше не надо заезжать. Поехали, как обычно. Как на этой карте до переделки. Мне, кстати, там нравилось покатушки устраивать. Мне вот интересно, нам говорят, ну, девушкам всем из нашего клана, типа, если встретите парней из Альянса, то здоровайтесь с ними. Вот сколько я не здоровалась, мне мало кто ответил. Возможно, играют не они. Это вполне нормально. Так бы они поздоровались, это 100%. Ну вот у нас на ФЦМе из пиратов. Товарищ. Ой-ой. Ты там как? Ой, как жалко, что у меня в барабане только 4 пульки. Прям вот не хватает. Больше, больше. Да. Ну, вот зря еще одну посадила. Ой, я забыла, что эта хрень стреляет очень больно. Ужас. Тяжики одни остались. Ну да, я стреляю под калиберными, просто остались с тех давних времен, когда я прокачивала Т-69. Хотя здесь можно было и ББ обойтись. Ну, мне нравятся подкалиберы, люблю их. Ужас. Какая ты жестокая.
Ну, я думала, что мне будут попадаться более жирненькие цели, но как-то все обошлось. Да, куда ж тут жирненькие? Мы же с восьмыми среди своих. Ну, нам попадались-то семерки, шестерки на нашем фланге. Но нет, пират нас просто продинамил. Ужас. Привет, 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 ребята. Давайте для затравки я вам оглашу вопрос на 250 голды. Так, ну самый простой, что у меня на сегодня есть. Внимание, вопрос. Назовите дату полигонных испытаний танков А-20 и А-23. Повторяю, назовите дату полигонных испытаний танков А-20 и А-32. Я заговорилась вообще. Простите. Я так сижу и думаю, господи, танк-23, что это? Нет, А-20 и... сейчас. А-20 и А-32. Это танки с насыщенной историей, как оказалось. Однако. На стежках нас что-то так не бросает. Смиловались они. Да, заряжу, пожалуй, бэбэхи свои. Так, 39. Вижу ответ. Да, и, ребят, скажите год и месяц. Потому что дата... Я попросила дату, а не год. Смурф, если назовешь еще месяц, будет вообще прекрасно. Так, я, наверное, в ухо. Хотя можно было на центр. А, на центр много желающих уже. Не видать нам центра. Нет, не март 1940-го. Я наверх. У вас осталось 11 попыток. Да, сентябрь 1939 года. Хоть бери, записывай. SG Beaver, напиши, пожалуйста, свой игровой ник. Танках. Ну вот, зарядила ББХ и не пробиваю. Это все вы, зрители, виноваты. Заставили меня. Пристыдили, значит. Я в шоке с нашего льва.
А что с ним не так? А, да. Ты эту сволочь подперла меня, поставила меня боком, поехала вперед, меня стрельнули, а не в него. Обалдуй. 110 на КС-ках. Лёва танкует. Не лезь, Оль. Он сейчас опять тебя будет толкать. Блин. Ну почему зацеливал. У меня рикошет, а он попал? Где справедливость? Так, у нас кишка как-то пустая стала вдруг. Да что такое-то? Да, конечно, на стримах у меня внимание уже не то. Поэтому игра моя ужасна. Да ладно? Не-не-не, я больше по бэхе не буду заезжать, ребят. Это не дело. Блин, вернуться же надо. Там он есть 32-ка, 34-ка. Ну да, но не стоит никогда доверять союзникам до такой степени. Это, да. Ну, думаю, я не убью 6-й уровень. Да. Зарядила КС-ки и как раз мне борщ попался. Перезаряжай фугасы. Не, я таким не увлекаюсь. Эх ты! Я так понимаю, мне никто не поможет. Так что поехала я обратно. Долбаный ВК. Всех испугал. Своим захватом. Лази Смурф, у тебя, кстати, хорошо получилось наугад написать. И все вернулись. Кажется, никто не доверяет каждому союзнику. Это, кстати, неплохо. Это бывает. Полезет какой-нибудь один. Ну почему не к нам взвод? Там вот крусадер просится. К Леве. Ну, может, у них там все взаимно. Сколько КПД сразу спрашивают? Сколько лет? Все, что есть, все наши.
Интересно, куда 25-2 пропал? User joined your channel. Ой, кто там? Привет. 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 Ты меня ждала? Конечно. И я тебе, между прочим, тоже ждала. Почему ты меня не спрашиваешь? А потому что ты противная. Ну, засранка. Еще да. И вредная, а также еще белая и пушистая. Ты противная. Индейка, да? Не знаю, просто противная. А индейка ты там, курица. Мне все равно. Отлично. Ну ты же противная. Ну так-то оно да. Больше у нас на базе уже, ты представляешь? Ого. Вы на каком серваке? Первый. Мой любимый первый уютный сервер. Да, я думаю, стоит, может быть, позахватывать. ГВП утопилось. Опачки, а я не помню, какой у меня пароль. А что ж ты не записываешь-то? Телефон так прикольно смотреть, как мы играем. Представляете, с первого раза все получилось. Да тебе сегодня везет. Не факт еще. Факт, уже все подтвердилось. Фантастика? Почему фантастика? Ох, какие-то странные бои, если честно. Я вся в ожидании. Странных боев? Я кинула. Мы... Не, у нас сегодня понижен уровень. Так как у Оли у нас только восьмые максимальные. Фу, противно. Би-би-би. Так, возьму-ка я лучше опять 50-100. Там хоть не надо думать, какой снаряд заряжать. Ну что вы хоть выигрываете? Ну, странно порой выигрываем. Ну, выигрываем, да, самое главное. Привет-привет всем, кто только что пришел. Всем привет. После боя буду задавать следующий вопрос на 250 голды. Ты сегодня щедрая? Да. А что это? Я же люблю своих зрителей. Так вот, надо было кому-нибудь побольше что-нибудь дать, а то... Чё сразу так много? Что нас опять не пощадило? Так, встречка. Да фиг знает куда, где тут можно. В сторонке. Ой, как я лагаю. Фух.
Ой, нет, нет, не хочу туда ставить. Еще ствол не гнется. На этих холмах мне прям вообще не радостно. Да ладно. Вон у Нины все гнется. Я вообще молчу. Может, оно и гнется, да я об этом не знаю. Я ничего не вижу. Ну, чего же. Мне насигнется, а я ничего не вижу. Все уже загнулось. Перехвалила им 50-100. Да ладно. Стоит хорошее слово сказать про танк, и он тут же сразу... Ты не забывай про меня плохое говорить. Нина, только промажешь, будет а-та-та. Да, да. Ты, кстати, по кому-нибудь, Нин, попала? Я, да. Вот противная пришла, обо мне всякие гадости начала думать. Почему думать? Я о тебе только все хорошее думаю. А говори плохое. Ты главное не останавливайся. Нина, только попробуй промазать. Честно, будет ата-та плеткой кожаной. Да как так хлёсть, хлёсть. О, да, я майный глянь. Ты сначала меня догони на своем тарантасе. Так, мой тарантас все нормально ездит. Если что, я с танка вылезу, буду бежать. Ты знаешь, я специально сейчас мазать начну. О-о-о. Скритованной башней попала, офигеть. Да ты посмотри-то, а? Ох, на 1218. На так, противная, давай. Мне с тобой сегодня хорошо играется. Даже так? Да. Ой, даже не знаю, что для тебя это придумать. Не скупись в выражении. Да? Ну, девочка засинчивая. Да ну. И вообще, ты по мне скучал? Нет. Я скучала. Вот только Маша одна и скучала со всего клана. Ужас! Кто-то даже не заметил, что тебя не было. На кол тебя, на кол! Нина, попадай, а то на кол! Не могу, подожди, мажу. Стрелять, колотить, да? Ай-яй-яй, сейчас по своему шибанул. Ну, по своим грех не шибануть. Будет знать. Бей своих, чтоб враги боялись. Я раньше, когда дайте на арте... Дайте кому-то что-то надо было. Третьего, наверное, со взводнику. Я раньше, когда в своих попадала на арте, я тут же выходила из боя. Мне было так стыдно. Да ладно. Фу, я даже синий была. Пару дней каталась. Фу-фу-фу. И ничего. Да-да-да-да. Вот именно фу-фу-фу и ничего каталась.
Есть-то, наверное, довольный, как свинья в болоте. Противно, ты что, не умерла еще? Нет, я жива-живехонька. Тебя подровнять? Нет, спасибо, я верю, ты можешь, но не надо. Засранка. Маш, что ты не туда поехала? А-а-а, убил он все-таки его. Ну ж, заныкался там, а? Это ему не помогло. Ой, случайно. Я, кстати, ласт оставить. Ой, хпшечку. Мартышка ты. Ну, а нефиг просить, если это не твой случай. То это не твой случай. Не, я понимаю, когда просят, например, воина, человеку, кто заслужил. Я понимаю, когда взводники, например, надо третий труп, да, что у двоих по три, а у него два. Я без проблем всегда и оставлю. Или там на какую-то медаль. Ну а так, чтобы взять тупо базу, ну ладно, ты же все равно взял, тебе зачет пойдет. Ну да, определенное количество очков там. И к тому же, мне кажется, ни тепло, ни холодно от этой медали захватчика. Это фетишист прям какой-то просто. Нет, ну знаешь, вот я по себе скажу. Я, например, очень поведена раньше была на медали. Потому что каждая медаль, она мне дается не просто так. Любая моя медаль. А тем более захватчика, если на арте, так это же вообще. Так, сейчас я выберу следующий вопрос. Запишу имя победителя. Итак, ребята, следующий вопрос на 250 голды. Назовите самую массовую противотанковую пушку вермахта времен Второй мировой войны. Повторяю. Назовите самую массовую противотанковую пушку вермахта времен Второй мировой войны. А мы пока съездим в бой. Я так и знала. Ах, красавцы! Ух! Ух, постреляем. Так, сказали противники. Ой, мамочки! Мне нравится ихний гриль. Ага, ну да. Вот гриль, очень мне нравится. Мне их батчаты не нравятся вообще. Мне в принципе их команда не нравится. Две бабахи, два траггера. Не, ну на этой карте хоть можно поставить сторонки. И ага. Есть где. Прячься за мной. Не, я такой я подлости. Ой, да ладно. Нет, не Дора. Чего? Нет. Я просто зачитываю уже ответы.
Пока правильных ответов в чате я не вижу. Это временно, я уверена. Самую массовую, ребят. То есть ее до 44-го года сделали столько единиц, что прям вот ух. Ты играй, играй, не отвлекайся. Так точно. Ну, кстати говоря, ПТ-хи у них все в городе. Ну, кроме Е4. Не я застрелила. Чуть ли карту не вижу, она вообще не стреляет, что ли? А зачем? Нет, ну я, конечно, понимаю. Ну, как-то понимается плохо. Ага, стрельнула в меня только что. ГВЕ. А где она? Вот это? Больше не будет. Отлично. Сложусь. Гусли давай его. Да, я в отстреле уже. Нет, там что на меня идет? Нет, ребят, речь идет именно о пушке. Поэтому это не штук 3 и дрын жестом тигра нет. Самая массовая противотанковая пушка. Не, ну четверку отработаешь? Нет. Козявка. Да, конечно. Сопливая. Сейчас поеду мстить. Давай, зараж их. Какой страшный повар. Они прям меня боятся. Да-да. Может, натяжики? Ой. Давай. Мне даже медальку дали. Экинса. Угу. Ой, крутая я. Голубой? Нет, это не ЛФХ-16. Так, самая массовая противотанковая пушка. Пушка вермахта времен Второй мировой войны. Скажу, что производилась она с сентября 1939 по конец 1944 года.
топим. Уай-уай-уай. Ничего себе. Это типа мы сейчас все порвать будем? Сейчас девчонки наши. Нина, ну зачем ты? А пусть не надеется. Действительно, раскатали что-то не губу. Сейчас, если сольем, будут кричать девки, дуры. SG, да, верный ответ пак 35-36. Ты выигрываешь очередные 250 голды. Что-то ты сегодня, по-моему, много выдаешь. Тебе кажется. Ой, как мимо. У Нины, наверное, просто голда закончилась, и она тоже хочет. А у меня, кстати, был такой период, когда я даже оборудование снять не смогла. Эх. У меня тоже был. Кризис. Так, вы едете? А то я опять что-то тут впереди планеты. У меня был такой период, когда у меня арта ничего не приносила. Только в минус. Это и не попадало, получается, да? Нет, попадало. Просто ремонт на, например, на 261-м, 30 гаком. А, ну 261-й, да. Но я каталась, всегда старалась на десятках. И вот тогда мне муж подарил тайфик хороший. За счет него я, так сказать, выживала. А сейчас у меня 10 лям. Нафармила ты, нафармила. Угу. Думаю, бачата покупать или нет, наверное. Не хочу. Да стрелять колотить, да? Мэджик, что за обиды? Ну, тебе же тоже никто не мешает пользоваться Википедией. Противно, ты не отвлекайся. Думай и говори. Нина, соберись! Тряпка, да? Ну так вот, а ну давай попадай быстро. Стреляй, сколько можно мазать? Ни туда, ни сюда. Ты же девочка, у тебя руки с плеч растут. Ни жопы, как у мальчика. Что ж ты пугаешь? Меня аж трясти начало. Просралась. О, меня М6 поймал, офигеть. Вот что за привычка не вылазь, у меня? Не вылазь ты на него, я сейчас его сниму. Слушай, хорошо орешь. Чего я сейчас не попала? Давай, начинай, свожу. Черт, побери. Маджика, а ну, кроме интернет... А которая меня убила, давай, сделай это, Нина. А кто еще убил из третьей? Из третьей не убил. Да. Маджик, кроме Internet Explorer, ты не можешь никакой другой браузер установить? Если нет, то тогда это печально. Ужас. Да, гуслю, ребята, иногда просто
может быть, из-за жадности не чиню. Ну зачем чинить гуслю? Ну просто, да. Я подумала, что все уже в меня выстрелили, но нет. Оставь и встреть. У меня орудие на него не пускается. Пока не лезь, я напротив смотрю. Давай, противник, давай, жги. Опять жги? Да. Господи, ты говори, я там хоть подготовлюсь, что ли? С криками, визгами словарик, я могу. Что ли, да, блин, да. Меня сейчас убьют. У меня тут целый из два. Офигеть. Ну да, если бы я починила в тот раз гуслю, я бы, может быть, выдержала люди, встречу помогите. С ним. Держись. Ага. Ты не должна помереть. Ты, я знаю. Так, давай противная, готовься. Ты хотя бы скажи, в кого ты там целишься. Да не важно, ты главное ругай меня. А именно так? А ну быстро слилась, быстро попала, да посмотри на нее ни туда, ни сюда. Как это так можно, блин, в танке столько играть и не попадать? Нет, круто я попадаю. Они убили его раньше меня. Засранцы, я убила. Бесит, когда снаряд выпускаешь, и тут перед тобой его убивают. А надо метить цели, я цель не да-да. Метил. Ужас. Так, девчонки, пошла я купать свою кошечку. Ух ты, это интересно. Как мне тебя не будет хватать или будет не хватать? Как правильно, не будет хватать или будет не хватать? Если чё, я вернусь. Ты сильно там её не замывай, а ты сотрёшь. Вот это пушистое, пушистое такое, там ещё надо добраться, чтобы полностью вымыть. Тут ужас, ты не шерсть, типа шерсть так ад. А мысли-то у всех разные. Отлично, ну это уже в меру своей испорченности. Давайте, девчоночки, удачи. Давай, пока. Спасибо. Мне ее не видно. Это злючка и Хелка-то нашего может убить. Так орудие у него хорошо поднимается. Но мне его все равно не видно. Я попаду только перед горой, даже не в гору. А, ты так круто приехала. Сейчас возьму базу. На сайте живу. Ну, у меня мимо такой. А, убил! Угу. Поймал его. Нефиг было лезть. Ну да. Если захват уже близился к концу. Так, ну теперь можно и на девяточках.
Ура, на девяточку. Подожди, не запускай в бой. Жду. Сейчас, все секунды. Позови вот эту девочку. Мы поехали, наверное, пока без нее. Связываться-то она с нами как будет? Не знаю. У тебя РК есть? Есть, но если у нее есть ТС-ка, мы можем в нашей другой ее перетащить. В есть этой пледи ТС-ка. Она просто тоже умеет ругаться. Вот стою я и думаю, куда мне сунуться. Теперь понятно. Одна и на фланг не поеду. Чего ж все на этот фланг-то ринулись? Тут вообще так неинтересно. Действительно, там он уже и с восьмой все раздолбали. Даже фраг не видели. Интересно, их все сейчас грохнут, нет? Поехала я, пока у меня есть время. Ай-яй-яй, светит. Ох, сейчас иди. Мимо. Беги. Бегу. Ай, посраки. Паразиты. Ища я буду мстить. Норман, чем же конкретно тебя забавляет рандом перед школой? Ну, слив за 2 минуты, я помню, и в феврале
марте, апреле. О-о-о. Так что это порой не связано с наступлением лета, каникул. Мимо! Верните противную назад! Она моя муза. Вот задумалась я, и попала по мне та противная. А вот не стой. Позиционный бой. Все так распределились напротив своего хребта. Не, хорошо стоят. Мне так безопасно. Я себя чувствую такой защищенной. Почти мертвой, но защищенной. Попала. На сколько? Не знаю, без света. Че я по свету стрелять буду? Я так по кустам шмаляю. А вот сейчас мимо. Переехать. На СОЗа. Чего? Ты поняла? Сейчас кого-нибудь позову, что тебя отругал. Так я уже даже и ник скинул, у кого это прям хорошо получается. Ой, как вы хорошо такие вы. И как всегда никто не светит. Нет, светит. Промазано прийти. О, я теперь знаю, где у меня кнопка «Нужна помощь». Случайно нажал? Ага. Ну, ребят, ну зачем же так нервничаете, когда играете? Нервные клетки свои тратите. Можно просто по-другому относиться к некоторым вещам. В том числе и к этой игре. Сразу.
Ну, вся четверка, уходи, блин. Ой, как я промазала. Так, я промазала. Ну, или вас, если вас в какой-то момент действительно игра настолько надоела, можно поиграть, пойти в другую. Зайти попозже. Можно посадить кого-нибудь в свой компьютер. Например, жену. Интересно, арту подбили, которая мама, чья-то мама, подбила. Это хорошо. Надо было отомстить за меня и убить ее. Она такая противная, фу, два раза меня попала. Ты хорошо когда попадает? Когда арта попадает, это великолепно. Не придет она к нам. Ну ладно. Ну я хорошо. Привет, привет всем, кто только что к нам пришел. Вот у них треть команды пытает, нормально? А я вот не знаю, куда поехать. Я поехала на свое старое место удивлять C4. И что-то мне будет здесь. Или поехать. Вообще мне нравилась карта до переделки. И после переделки прям такая другая стала. Сейчас я себя подставлю, но... Короче, жить я в этом бою буду недолго. Ну, я не в восторге, конечно, от этого. Мне бы хотелось, чтобы ты жила дольше. Меня не ругай. Мне сейчас засветит и убьет. Засветили. Хэви. Мой любимый Хэви. Ох, как я мазала, вообще. Куда-то я, по-моему, не сюда стала.
не успела я спрятаться. О, как меня хотят убить. А я вообще стою и ничего не делаю. Я вообще никуда не попадаю, ничего не делаю. Соберись. Это все, что ты мне хотела сказать? О, спящие семь. Ну, они его сейчас убьют, пока... Ну, конечно. Даже спящего не дали. Сколько можно не попадать? Ура! Я в кого-то попала! Последний. Один рабочий. Маленький. Я позор. Я такой позор. Так, ребята, привет-привет всем, кто только что к нам присоединился. И следующий вопрос на 250 голды. Как немцы пытались скрыть от шпионов разработку сверхтяжелого танка Маус? Повторяю. Как немцы пытались скрыть от шпионов разработку сверхтяжелого танка Маус? Ответы пиши в чат Твича. У них 371 во взводе. Вот я даже боюсь представить, куда мне надо закопаться. Да, мои джека-части — это поле чудес. А у них 3 арты, у нас 2. Как вы могли подумать, что я голая? Я одетая? Очень зря. Угадайте, кто к нам едет. Три арты. Могу. Не вылазь. Ты как? Где ты вообще? Да, уже поздно. СТшки наши не поехали. Дебилы. Решили постоять, попотешить. Блин, и сори. Ну, когда я сюда залезла, уже было поздно. Рыпаться.
Да, действительно, Чешир. Они нарисовали на борту серп и молот, но серп был перевернутым. Они хотели, чтобы шпионы думали, что это захваченная советская техника. Это правильный ответ. Напиши свой ник. Хоть и ты постоянно на зритель, но лучше напиши. Маскировали маус под дом. Забавно. Привет, Инна. Инна, привет. Ты еще в этом, в игре, в бою? Ну ты же в бою еще. Смысл мне выходить? Лучше, да, скажи, что базу сейчас иду. Это я сейчас попытаюсь понять. Ну ты думаешь, они успеют вернуться? Хэви такой более-менее 71% прочности. User left your channel. Не видно мне его, блин. Не справился. Как плохо-то. Его разорвать должно было. А не разорвало. Едет, сейчас увидит. Увидел. Едет. КВ-4 пол. Ой, зачем же? Куда он поехал? 103-й? Видимо, за артой. Придурок! Ну, хоть арте сейчас не до меня будет.
Давай, бабахни. Ай, мимо! Да и не принес. Маша, ты где? Я кинула уже. А вот и Инна. User joined your channel. Привет всем, кто только что пришел. Третий раз уже эта карта. За эти недолгие 2 часа. Не бодайтесь. Ай-яй-яй! Ой, меня как зажало! Радую, что на этот фланг в этот раз поехали. Ага, а что-то я тут сюда поехала и уже жалею об этом. Что-то, походу, мне отсюда надо бежать. Причем давно.
Это я переехала, а тут еще опаснее. Сейчас меня объект как раз догонит. Да, я пойду подставлюсь. Не надо не подставляться, не надо. Ну, не в прямом смысле. Перезаряд. Угу. Восемнадцать секунд. Тринадцать. На гусли сможешь поставить? Едва ли. У меня орудие тут не опустится. Ай-яй-яй, меня видит. Орудие повредил. Меня убьют. Душу я сгину. Свожусь без орудия. Не подъезжай к нему, не подъезжай. Назад. Так он меня порвет, если я... Ну вот. Инна, сори, Маша, блин, я думаю, я попаду. Ну, какой-то жесткий перелет был. Ай-яй. А полное сведение. Паразит не повредил орудие. Пять секунд. Есть. Инна, Маша, спасибо. Ой, я теперь и эту кнопку знаю. Сегодня прям день открытий. И куда же оно теперь с поврежденным орудием? Ох, куда оно стреляет? Как орудие-то починить, а? На арте без ремки? Спрашивают. Лили? Ау. Ты без ремки ездишь? Ну, походу, да. Я только это поняла. Ну, я потыкала на 4, а он мне говорит, нет, дорогая, не знаю такой цифры. Я нашла! Походу, я зря отремонтировалась, да? Да. Блин! Что ж, на этой ноте мы закончим наш стрим. Всем удачи и пока-пока!